Так, ну что, мы сейчас вот начинаем... Начинаем движение по Архангельску. Архангельск является столицей Поморского Севера. Если вы видите, что мы левым плечом поворачиваем направо, да, то мы так постепенно выйдем на... Лево. Налево. Подожди, ты меня не путай, брат. Значит, еще раз. Левым плечом вперед – это поворот направо. А дальше больше. И это... Слушай, ты присядь. Микрофон никак не получается. Шляпа у меня упала. Сейчас я ее подниму. Слушай, так, а чего у нас в таком... Держись. Резкие тормоза. Можно повторить? Мы не успели. Слушай, надо было мне упасть туда, да, и ноги, чтобы не торчали вверх. Точно. Вверх ногами Древарх еще не ездил. Вообще было бы прикольно. Да. Ага, я держусь, да. Вы не быстро едьте, пожалуйста, не тормозите. Я-то наоборот не буду держаться. Мне-то надо упасть, понимаете? У меня по сценарию упасть. Слушай, а покажи, пожалуйста, это, что ты там достаешь, а? Достаю шляпу. А ты говорил, что новые стринги сегодня делал. Может? Брат, новые стринги, да. Ну это, блин, пока тут-то их очень неловко. Ты имеешь в виду про вот эти посадские образа, что ли? Оно в них... Это же специальные сегодня к съезду сшито, а? Поморские стринги. Когда в продаже ты появишься? В продаже появишься. Слушай, кстати, хорошая идея. У нас ведь не продается. У нас все это так на безвозмездной основе принимается. Слушай, главное, знаешь, вот это очень, очень правильная вещь. Должен быть действительно ящик. А хочешь взять стринги, положи, сколько считаешь нужным, вот и все. Ну да, это и... Ну, я бы купил такие, ну а что, хорошие даже, стринги. Да, я даже могу показать, сколько можно положить. Денег? Покажи. Денег, а вот туда он имеет в виду положить. Я имею в виду вот в сумку. Да. Можно, допустим, взять вот пачку таких вот древархиков, вот этих. Спасибо Сбербанку, скажи. Да, спасибо Сбербанку, да. Вот они все вот таким образом одухотворены. И дальше уже вот этот, вот эти, как называется, вот эти печати. На этих печати написано «Банк Древарха». Вот. Так что вот эти деревянные, брат, вот их можно вот так же жертвовать. Так что тебе надо что ли, брат? Я тебе сейчас дам матрицу, которая сделает тебя счастливым. Держи, брат. Вот. Я бы сказал, что даже, если бы не сказать больше. Так что вот эта сумма, я думаю, что это лучше, вот для пожертвования это. Лучше не придумаешь, потому что мы же ведь от доброты добра не ищем. И сеешь ты вот это исключительно доброе, разумное и вечное. Расскажи действительно про Архангельск. Есть же гости города, поэтому... Ага. Так, про...